Всем привет! Не знаю, это будет конец влога, либо отдельный ролик, но этот ролик будет с покупками. Мы снимали с мужем влог, нашей семейный поход в магазин. Я там как-то не стала выключать камеру, и получилось, что наше общение все было снято на камеру. Поэтому, если интересно сравнить с вашими семьями, как вы себя ведете с мужем в магазине, то посмотрите влог или первую половину этого ролика. В общем, я не знаю, как получится, отдельно или нет, но они будут друг за дружкой. Ну, давайте посмотрим, что в итоге мы купили, вот так вот совместно болтаясь по магазинам. Заходили мы всего в два магазина. Это Магнит Косметик, я его потом покажу. А потом пошли в зоомагазин, но он такой двойной, там с трубами, с сантехникой, полмагазина и половина зоомагазин. И купили Басику корм. Решили попробовать от Royal Canin 12+. Это поддержка идеального веса, поддержка старшего, стареющего организма 12+. И, видите, специально для басиков, в общем. Если ему понравится, он стоит 306 рублей, то будем большую брать пачку уже для него лично. Здесь 400 грамм. В общем, это на пробу. Мы до этого, нам врач прописывал специально для урины, да, уринария, то есть для мочевого. Вот. Тут прямо на донышке уже болтается. И вот думаем сами перевести его на нормальный корм. Вот на этот. Ну, если Люся будет подворовывать, ну, значит, будет подворовывать. Но в любом случае, это для, чисто для Баси. Ну и раз Баси купили, мы решили нашим племяшкам, мы не меняем трубы, не меняем сантехнику, но я увидела, когда вот эти вот все трубы, у меня мозг включился, как же мои племяшки, я их и не навещаю, это морские свинки у моей сестренки, думаю, дай-ка я им сделаю подарок, и что мы взяли? Я знаю, что морские свинки очень любят бегать по таким трубам, и чем больше вот, как бы, вот этих вот ответвлений, тем им интересней. Ну, в общем, мы взяли вот так, как бы, ну, туда воткнуть можно это все дело. Вот, и взяли одну заглушку. Не знаю, будут ли они втыкать эту заглушку, то есть родители свинок сами решат, Катя с Пашей. Вот, ну, взяли одну заглушку и вот такое, как бы, колено. То есть будут бегать там, играться. Может быть, они вот как-нибудь вот так заткнут, я не знаю. Вот, но пока они не забрали свой подарок. В общем, вот такая вот у нас оказалась покупка. Решила вам тоже показать. Так, чтобы у нас тут места много не занимало, давайте сюда. У Кати на канале наверняка выйдет ролик, понравился ли этот подарок самим племяхам моим, Микки и Лулу. Посмотрим, уже у Кати на канале. Мы подарим, а они посмотрят, как будут свинки реагировать. Ну и что же мы с мужем выбрали в итоге в Магнит Косметик? Если вы будете смотреть влог, то я думаю, вам будет интересно и вот это вот последствие. Ой, какой он тяжелый, оказывается. Это мы с ним налегке, когда гуляли до следующего магазина. 6 килограмм от Ариэль. Мы взяли аромат масла ши. Для меня вообще это новый аромат. Мне кажется, это вообще не какая-то новинка, либо я еще не пробовала. Обещают 40 стирок, 6 килограмм, но у меня не 40 стирок. У меня машинка на 2,5 или на 3 килограмма, то есть у меня узкая машинка. Поэтому мне хватает надолго. Так, он колор, то есть для цветного, поэтому вот Ариэль взяли. Ну и как вы, если опять же влог смотрели, мы набрали вот этой вот бумаги. Трехслойный, какая красивая. Видели? Теперь все знают, какой мы туалетной бумагой будем пользоваться. Аж две пачки. Что еще там было на скидках, если без шуток, то Силинбэнк был антиналет плюс блеск. 100% работает против ржавчины и известкового налета. У нас постоянно меняют трубы, у нас постоянно ржавая вода течет из крана. У некоторых районов города они ходят даже на колонки, либо покупают воду. Сейчас вообще грязная вода течет из крана. То есть какие-то работы провели, и не, вот эта вот желтизна не стекает. И помимо того, что приходится пользоваться водой покупной, то еще и чистить сантехнику. Поэтому у нас тоже часто вот подтекает вот эта ржавчина. И борьба идет прямо, вот действительно бой. Бой за чистоту.
И, конечно, Брэвгель, девочки мне подсказали, что с 7 или там с 8 числа акция на Брэвгель. Я взяла один флакон, пока хватит, буду ждать следующую скидку. Просто брали не так много денег с собой. Я боялась, что мне на все не хватит. Также время от времени я в Магнит Косметик покупаю вот эти ёршики. Они недорогие, на самом деле. Я могу потом чек показать. Не помню, рублей 35-39. То есть я мою, у нас стеклянный вот этот поддон под ёршики. Он отмывается хорошо, и хлорка, и всяко. А вот ёршики, его так не отмоешь, поэтому мы их меняем регулярно, чтобы антисанитарии не было. Взяла две расчески. Вот эту расческу, когда меня муж красит, у нас вот не было вот этой остренькой расчески, то есть специально для покраски. А вот эту расческу у меня у сына длинная челка, вот как бы пол головы длинный и половина короткая. Я вам показывала, как я его подстригала. Он меня попросил, чтобы у него на столе была расческа, когда он бывает с друзьями по связи. Теперь же не погуляешь так вот, чтобы друг друга постоянно видеть. Особенно, когда мы были на карантине, он часто с ними болтал вот по разным, ну, в общем, видеосвязи. Вот. И говорит: мама, мне нужна расческа на столе. Вот эту челку бывает на бок чесануть надо. Ну, в общем, вот так. Так, что еще интересненького? А интересное, сейчас я вам покажу. Из хоз я взяла еще вот такой вот дуршлачок, если это можно сказать, да? Как это называется? Миска. Так, что тут написано? Ну, вы уже прочитали, да? Дуршлаг, да. Вот, то есть и под макарошки можно слить. Прямо я все мучаюсь. И под фрукты тоже сливается. Такой удобненький, хорошенький, прямо милота. Целая милота. Спонжики взяла под глазки. Именно спонжи для консилера. Информация. Не знаю, как они будут, когда их помочишь. Тут даже есть типа фирма, что ли, с желтенькими буквами. Вот. Мне кажется, Love, да? Ну и гвоздь программы. Взяла я эту палетку от Диваш. Опять же, начало во влоге, где я ее увидела, прямо влюбилась. Там стояло три палетки. Вы наверняка, если ролик смотрели. Я тут первый загружу в любом случае. Потом этот. Вы только посмотрите. Мне кажется, вот это вот Stardust, если я правильно читаю, это и есть название палетки. У нее нет никакого номера. В общем, вот такая красотень. Вы посмотрите, какие матовые оттенки. Ой, какая красота. Вообще, я последнее время, ну, вы, наверное, заметили, да, что к Диваш очень отношусь так с любовью. Ой, какая красота. Вот этот вообще восторг. Он прямо как масляный. Сейчас посмотрим. Ой, мамочки, какая красота. Это действительно и матовый хороший. Вот этот тоже как масло. Тоже матовый, отличный. Ух ты. Вот это да. Вот этот, мне кажется, тянуть можно. Представляете? И этот можно потянуть. И это масло прямо. Ну, конечно, сводчи уже не такие красивые, кажется, потому что я их тут вытянула. Но зато вы видите качество. И это Диваш, девочки. Это Диваш. Я не знаю, как будет на глазах все это смотреться. Но практически, вот смотрите, они стираются. То есть их можно тянуть, пока полностью не сотрете. Вот. Пока полностью не сотрется. То есть вообще красота неимоверная. Цена, она сейчас желтый ценник, вы, наверное, видели там, опять же, во влоге. Смотрите влог от начала до конца, не перематывайте, потому что все интересное от начала до конца надо смотреть. На кассе мне дали скрепышей, девочки спрашивают: Света, что это, зачем это? Девочки, это дети между собой их скрепляют и делают бусы себе, браслеты, ободочки на голову, я не знаю, ну вот такие скрепыши,
Это больше детский сад для детей. Я сыну отдаю. Но ему тоже уже не так интересно, как маленьким. Так, и что касается чека. Что касается чека, я вот так вот буду показывать. Кому чего интересно, смотрите. Вон палетка теней, да? 283, если я правильно вижу. Меньше 300 рублей. Скидка 196 и 1696. На 1700 получается я набрала вот товару, да, вот это вот все. Кроме трубы отдельно и кроме корма. И мне сестренка буквально позавчера, ну на днях тут подарила от Сиэль вот такие два лосьона косметических, гигиенических для рук. Это антибактериальный эффект, защита увлажнения. 100 миллилитров, 75% спирта. Это действительно спрей, очень удобно вот от Сиэль. Была хорошая скидка, и она мне спрашивала, надо, не надо. Я говорю, конечно, надо. Вот она мне их и подарила, раз мне надо. То есть, вот. Поэтому у нас такая взаимовыгодная подарочная акция. Видите, мне спрей, а я племяхом. Так, это у нас на что? А, это Дикси, это не то. Все, с чеками я вам все показала. Вот такие покупки. Не знаю, вот в два ролика, наверное, я это все сделаю. А может и в один. В общем, сейчас вы увидите. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо большое за внимание, за просмотр, что остаетесь со мной, что поддерживаете и меня, и мою семью. Поддержка сейчас очень важна. Я вам говорила, что порой перечитываю комментарии, когда тяжко. А тяжко бывает очень часто. То есть я хотя и стараюсь находить время, когда я там повеселевшая, чтобы снять ролик. Но на самом деле период еще достаточно тяжелый. Времени прошло мало. И пока больше хорохоришься, бодришься. Но на самом деле еще пока тяжеловато. Давайте одну сниму, чтобы было более-менее видно задний фон. Все, спасибо большое за внимание. На палетку обратите внимание. Давайте еще разок прямо близко покажу сводчи. Насколько они классные и интересные. Мне кажется, вот даже как однушку. Бывает однушка вот таких теней стоит 300 рублей. А тут получается 283. Вы покупаете 3 шикарных оттенка и 2 матовых, которые тоже, в принципе, очень красивые. Вполне симпатичная, достойная палетка и небольшая. То есть вообще отличная. Все, спасибо за внимание. Всем хорошего настроения и всем пока.